Я прошу вас, отпустите его! Он же ничего вам не... Я понятия не имею, что они тут делают, но их здесь полным-полно! Ситуация развивается по типу «полный писец». Нам нужна подмога, вы слышите? Они приближаются! Электростанция Уоррен-Гейт была открыта в 20-х. Тогда у нас еще строили на совесть. Сейчас это единственный источник электроэнергии для большей части Манхэттена. Поэтому мы и отправили туда отряд, но он перестал выходить на связь. Судя по их последним сообщениям, туда пришли зэки. Так что наши ребята в беде, и генераторы тоже. Если мы их потеряем, люди останутся без света. И тогда мы потеряем... Нет, мы этого не допустим. Выход из безопасной зоны. Так, агент, отряд ОТГ, скорее всего, уничтожен, потому что... Ну, кого мы пытаемся обмануть? Давай думать о живых. Тебе нужно очистить электростанцию от зэков, а главное — отогнать их от моих генераторов. Действуй осторожно. Зверушки старые и работают под большим давлением. Сынок, я задал тебе вопрос. Хочу вам кое-что сказать! Лорей вытащила нас из тюряги! Сказала, что мы свободны и можем делать, что хотим! А теперь нас снова хотят завести! Вы согласны сдохнуть за решеткой? Вы согласны, чтобы мусора нас ноги вытирали? Я в эти игры не играю! Это мы будем ставить условия, а не они нам! Верно говорю!
Супер. Этим уродам точно жить надоело. Со взрывчаткой обращаться умеешь? Ищейка твоего призрака приведет тебя прямо к ней. У нас с вами теперь новый берлог, ребят. Ну что, празднуем новоселье? Я смотрю, вот эта местечка тоже прикинулась. А я надеюсь, что мы им просто так отдадим людей от города? Принесем на блюдечке? Разбежались. Покажите им, кто тут главный. Thank you.
устройства обезврежены. Так, теперь еще и этих уродов замочить надо. Когда там станет не столь жарко, я вышлю инженерную группу. Пусть разбираются. Ага, значит, ковбои пришли и обезвредили все бомбы. Это ничего. У нас есть план Б. Так или иначе, эта дыра взлетит на воздух! Выкрутить все на максимум! Растолбать все нахрен! Подыхать так с музыкой! Увидимся в аду! Этот звук мне не нравится. Если давление в турбинах подскочит чересчур высоко, всю станцию разнесет, а то и весь квартал. Ладно. На таких старых электростанциях должна быть подстраховка. Клапаны для ручного сброса давления. Найди эти вентили, открой все. Желательно побыстрее. Солидный кусок Стайтауна взлетят на воздух. Дыхательных вентилей нет.
Давление продолжает расти, сколько ни сбрасывай. Вырубить все это можно только в центральной аппаратной. Дуй туда! Надо. Вы же оставите весь город без электричества. Только если нас вынудят. Если с нами не будут считаться. Если у нас не будет своего дома, мои ребята сделают так, что ни у кого больше не будет. До тех пор мы намерены жить. Я возвращаюсь в Лекс. Будешь тут за меня. Или не будешь. Твое дело. Стабилизирован. Итак, ничего не взорвалось, сирена заткнулась, все у нас в ажуре. Я уже выслал на место инженерную группу, они разберутся. Тебе там больше делать нечего, так что можешь валить оттуда.
Жаль, я не могу с тобой. Продолжай пойти. Работать. Я тоже без дела здесь. Главное, не отвлекайся. Увидимся. Геройствуй дальше. Это замечательно. Ты просто молодец. Слушай, сейчас не до болтовни. Ну да, привет. Удачи вам там. Наделал. Это инструмент давления. Если я заполучу комплект по созданию долларового гриппа, то кое-кто будет вынужден дважды подумать, прежде чем покушаться на мою жизнь. Для самообороны нужен пистолет, а не биологическое оружие. Ты узко мыслишь. Подумай о потенциале. Вся медицинская инфраструктура уничтожена. Тут теперь как на Диком Западе, только еще хуже. То, что я в любой момент могу наслать смертельную заразу, дает мне большую власть. И то, что в моих руках ключевые ингредиенты для вакцины, это тоже козырь. Ну, убьешь ты еще кучу людей. Кто заметит-то? Дело не в убийстве. Дело в угрозе. И в надежде на спасение, которую я могу им дать. Учитывая все, что сейчас происходит, все эти группировки, весь этот передел власти на руинах прежней цивилизации, любой умный человек просто обязан иметь туз в рукаве.